Расскажу сегодня о системах сборки. Прежде чем рассказывать о системах сборки, надо бы рассказать о том, зачем они вообще нужны. Кстати, вопрос к залу. А здесь есть бэкэндщики вообще? То есть вот люди, которые чувствовали себя чужими на празднике жизни, который был на предыдущем докладе, да? Просто на моем вы тоже будете чувствовать себя чужими, ну, там, во второй половине. А в первой половине я постараюсь, если вы не знаете, вас убедить в том, что современный фронтенд — это не JavaScript, значит, двоеточие, void 0, и что можно писать стройные красивые приложения, используя фронтендные технологии, и как это делать. Вот, собственно, вот эта часть моего доклада, она будет про то, что сейчас считается хорошим фронтендом. Вообще фронтенд, да, это, я просто скажу на всякий случай определение, это HTML, CSS и JavaScript. Современный фронтенд и хорошее фронтенд-приложение, оно никогда не создано на обычном CSS. Потому что стандартный CSS, он неудобен, он не имеет массы возможностей, которые программисты любят. На обычном CSS сейчас никто не пишет. Все пользуются препроцессорами. Поднимите руку, кто понимает, что такое CSS-препроцессор. Большинство, да, но слегка за половину. Я тогда проговорю. Препроцессоры — это такой мета-язык вокруг CSS, такой улучшенный CSS, который не работает ни в одном браузере, вообще ни в одном. Но за что мы любим препроцессоры, хотя они нигде не работают? Потому что к ним, кроме того, что они придуманы, вот этот новый синтаксис улучшенного CSS, к ним еще идут программки, которые умеют скомпилировать вот этот другой язык в старый добрый CSS. И мы можем писать на чем-то новом, клевом, и оно будет само там где-то само по себе превращаться в CSS, который работает в браузерах. Дальше. Хороший фронтенд — это, кроме прочего, правильно подготовленные картинки. Поднимите руку, кто знает, что такое favicon. Клево. Людей подняло меньше, чем тех, кто знает, что такое препроцессоры. Favicon — это такая иконка, которой на страничке нет, но когда у вас вкладка открыта, там она сбоку светится. Еще если вы пользуетесь, ну, если вы меньшинство и пользуетесь Яндексом, то у них в поисковой выдаче возле, а может уже и у Гугла так, рядом с заголовком сайта тоже есть фавиконка. И казалось бы, что может быть проще? Ну, как вы думаете, какого размера должна быть фавиконка? Какая? 16 на 16, еще. Да, правильный ответ — это, ну, смотря какие мы устройства поддерживаем. И если мы поддерживаем там все устройства, которым пользуется больше, там, скажем, 1% пользователей, ну, в среднем по интернету, понятно, что это какая-то такая очень условная цифра, то у нас должна быть иконка там для ретина экрана, для обычного, для мобильного, там, для iPad. Надо не забыть, вот предыдущий докладчик рассказывал о том, что можно, ну, там, на андроидах можно взять и приложение сохранить, ну, как бы установить, ну, в общем, я не буду пересказывать кратко то, что перед этим рассказывали. Но вы понимаете, что это приложение, псевдоприложение, которое будет установлено, оно, ну, как бы появится иконка. И эта иконка, она, если там специально ничего не прописано, то она возьмется тоже из фавиконки. То есть должен быть соответствующий размер, который там еще больше. Кроме этого, что такое подготовленные картинки? И это оптимизация. Потому что там просто сжатый JPEG или PNG, он содержит кучу мусора, там типа превьюшек или еще чего-то, что нам не нужно на странице. И есть там замечательные утилиты, которые это оптимизируют и выбрасывают все лишнее. Там и MGO самое удачное из них, как по мне. И есть, конечно, вопрос спрайтов. Поднимите руки, кто знает, что такое CSS-спрайты. Больше, чем фавиконки. Это, наверное, просто что-то с дикцией, да? Я не четко выговорил слово. Его не все вспомнили сразу. Ладно. Кстати, про фавиконки. Занимательный факт. Говорят, в еще довольно недавних версиях Firefox можно было легко уронить, если вдруг в
корне каталога сайта под именем favicon.ica лежал файлик на несколько гигабайт. Ну вот, не дотестировали что-то. Я не знаю, как это обнаружилось, в общем, за что купил, за то продаю. Итак, спрайты. Много картинок на одной странице, это дополнительные коннекшены, это, ну, это, в общем, всегда плохо по производительности и плохо по объему этих картинок, потому что на каждую отдельную картинку есть какой-то оверхед, там, ну, там, начало файла, конец, объявление формата и все такое. Поэтому гораздо оптимальнее использовать подход спрайтов, да, где у нас на одной картинке располагаются все наши иконки мелкие, а потом мы в CSS создаем разные блоки, у которых задана одна, вот эта большая картинка, на которой собраны все остальные. Задаем ее фоном и позишенами смещаем и видим только какую-то конкретную область. Это и по производительности лучше, и по скорости загрузки, по всему. Но это не очень удобно делать. Потому что у вас там добавилась новая, ну, новая иконка, вам что нужно? Открыть редактор, добавить туда эту иконку. Там, если что-то изменилось, то там, переписать другие части. Эту иконку не забыть там, почистить от мусора. В общем, куча проблем с этим подходом. Но это можно решать. Значит, дальше. Yes, next. Так называемые языки, компилируемые в JavaScript. Дело в том, что во фронтенде плохой не только CSS. Во фронтенде еще плохой JavaScript, конечно же. Ну, то есть как, он замечательный и вообще самый лучший, но оставляет желать лучшего. И вот эти проблемы, их по-разному решали. Был там период застоя, когда много лет спека JavaScript не обновлялась, и тогда народ начал придумывать такие себе препроцессоры к JavaScript. Самый известный из них — это CoffeeScript, конечно, который подозрительно похож на Ruby по стилю, и TypeScript. Это, то есть это опять-таки вымышленные языки, которые нигде не работают, но они могут превратиться в старый знакомый JavaScript. Значит, они уже, ну, как бы приобрели определенную популярность, и там люди, которые занимаются JavaScript, в общем, посмотрев на все это великолепие, решили, что да, пора и нам что-то делать. Ну, я сейчас утрирую, понятно, что процесс стандартизации, он там не такой простой был и безболезненный, но, в общем, сообщество созрело, в конце концов, к новой версии JavaScript, которая, ну, в рабочем варианте называлась ECMAScript 6, а когда вышла, наконец-то, стала называться ECMAScript 2015. Появилась масса долгожданных фич, там нормальный синтаксический сахар для написания классов, для наследования, для там, нормальной работы со строками, там блочная видимость, область видимости переменных. Ну, в общем, все, чего так долго ждали. Ну и как это обычно во фронтенде, бэкэндщикам не очень понятны эти проблемы. Им что, вышла новая версия PHP, да, посмотрел, фреймворк обновился, все, можно переезжать. Перевел сервер, все, у всех все работает. А нам же нужно ждать, пока у всех обновятся браузеры. И понятно, что сейчас с этими вечно зелеными браузерами, которые автоапдейтятся, все лучше становится, но по-прежнему есть же доля у Internet Explorer, у там, каких-то застрявших версий Opera и Firefox, а хочется пользоваться уже сейчас. И тогда как бы к новой версии JavaScript применили тот же подход, который до этого применялся к препроцессорам. Давайте мы возьмем, скомпилируем это все в старую версию, и это будет работать. И это сделали, там есть сборщик, какой-то транспайлер, ну, то есть вот эти программки, которые собирают JavaScript в JavaScript, они называются транспайлеры. Есть там Babel, самый известный, который это делает. И тут, наконец-то, там утвердили спеку, вышел ECMAScript 2015, он же ES6, а народ уже смотрит, уже хочется фичи из ES7, которые еще не стандартизированы. И скорее всего, сейчас в сообществе складывается такой подход, что мы всегда будем писать на самой новой версии JavaScript, а для совместимости собирать какими-то тулзами для обратной. Поэтому это тоже как бы одна из вещей, которые характеризуют хороший фронтенд. То, что он написан не, ну, хороший современный фронтенд, это то, что он написан не на пятом ECMAScript, ну, то бишь обычном JavaScript, а на чем-то более современном и удобном. Фронтенд должен быть читаемым в процессе разработки и минифицированным в продакшене. Что это значит?
Ну, то есть, опять-таки, там, с компилируемыми языками такой проблемы нет. Мы, у нас сорцы, скомпилировалось в бинарник, все хорошо. В процессе разработки нам удобно, чтобы мы код могли смотреть, да, там, видеть ошибки и все такое. А при этом в продакшене желательно, чтобы это занимало поменьше места. И у нас тут уже начинается такая вот диалектика. То есть надо и так, чтобы было одновременно. Следующее это то, что оно, наше приложение должно быть модульное в процессе разработки. Что значит модульное? Ну, значит, у нас не должно быть там файлов по 1400 строчек. Это ненормально ни на каком языке программирования. Если вы думаете, что в CSS или в JavaScript это нормально, я вас расстрою. Это ненормально даже в CSS и в JavaScript. Я тут написал монолитное в продакшене и поставил звездочку, потому что монолитное в смысле желательно одним файлом. Ну или несколькими файлами, но не тем количеством файлов, которые у нас есть в процессе разработки. Почему надо меньше файлов? Потому что по-прежнему в строю браузеры, которые не умеют управлять там процессом загрузки, у которых есть лимит на один домен, там не больше 6 коннекшенов. И если у нас будет на странице index.html подключено все там 35 моделек, из нашего, ну, файлов с моделями из нашего приложения, то наша страничка будет грузиться дольше. Тесты. Тестирование во фронтенде тоже есть. И юнит-тестирование, и функциональное, и какой вы хотите, и современные заказчики, во всяком случае, по тому, с чем я сталкиваюсь в работе повседневной, они хотят, чтобы приложение было оттестировано. И если несколько лет назад они еще на это смотрели так и coverage там допускали на уровне там за половину и нормально, то сейчас хотят, как везде, хотят 95, и чтобы это все, значит, было покрыто. И, конечно, все вот это великолепие должно как-то интегрироваться с Continuous Integration. Дружить. Вот почему я написал здесь дружить. Чтобы не было тавтологии. То есть это все нужно еще уметь быстро задеплоить на сервер, и на сервере желательно это собрать. Причем собрать в каком-то другом режиме. Не в том, котором для разработки, а в том, который удобен для продакшена. И вот, собственно, для этого и существуют системы сборки. Я долго думал, ну, я давно эту проблему решал, и с тех пор ничего не поменялось. Картинка на сайте, то есть я буду рассказывать сегодня про три вещи, про 3,5, значит, технологии, про Grunt, Gulp и Webpack. И мне кажется, картинка, которая отражает то, что делают билд-системы, она лучше всего на сайте Webpack и выглядит вот так. Я ее чуть-чуть переделал, видите, чтобы подчеркнуть, что так умеет делать не только Webpack, но и другие технологии. И вот здесь вы видите, собственно, то, о чем я рассказывал. То есть у нас там есть там лес файлы, которые должны там объединиться как-то и превратиться в CSS. У нас должны встроиться, ну там преобразоваться CoffeeScript файл в JavaScript. У нас существуют препроцессоры, об этом я не говорил отдельно, но существуют препроцессоры и для HTML, вот, например, JIT, и его надо преобразовать в HTML. И вот, кстати, по поводу картинок, я забыл еще про один подход, который у меня там был даже написан. Иногда картинки выгодно, чтобы, ну, они грузились точно одновременно с CSS, закодировать в Base64 и вставить прямо в код в CSS. Такой подход часто тоже оправдан, и это делать вручную тоже неудобно. Ну, то есть там ходить на какой-то сайтик, который декодирует в Base64 картинку, вставлять, потом она обновилась, опять пойти то же самое. При этом мы в системе контроля версий будем видеть, как меняется, по сути, бинарная строка. Это совершенно неинформативно. И вот все эти проблемы могут решить билд-системы. И исторически первыми программами, которые стали называть билд-системы, это были программы Grunt и Gulp. И из учебников истории известно, что Grunt появился раньше, чем Gulp. Но постепенно, и они очень жестоко
курировали, они конкурируют и до сегодня, но иногда люди, которые начинают с ними знакомиться, они задаются вопросом, а чем они, собственно, отличают. И я сразу скажу, и это касается не только сравнения Галпа и Гранта, это касается в том числе и сравнения и с веб-паком, про который я чуть позже буду говорить, и всего остального, что есть, там есть Branch, есть Browserify, есть много-много всего, что билд-системы сравнивать по возможностям, это очень плохая затея. Почему я здесь провел параллель с языками программирования? Потому что иногда мне очень нравится, когда в дискуссиях говорят, а вот на каком-то языке, там, вот у вас на JavaScript можно написать там. Вот. Ну, JavaScript — это там Тьюринг полный язык. На нем, ну вот человек, который там говорит, а у вас можно написать как на Ruby там что-то? Да на JavaScript можно там интерпретатор Ruby написать, то есть всего языка. Как и наоборот, как и на Ruby можно написать интерпретатор JavaScript, а это все можно. И на любой, ну то есть там апологеты каждой из билд-систем, они там, ну любой упрек в каком-то недостатке и отсутствующей возможности, они могут сказать, да. Тут есть специальный плагин, а если здесь еще вот там написать вот такой вот там костылик, то все замечательно работает. Ну иногда даже не костылик, а просто там вот плагин использовать. Поэтому я сразу попытаюсь снять с себя ответственность за то, что я скажу про там про эти системы сборки там с, значит, глаголами «может», «не может», потому что ну, на всех можно все, но просто что-то более удобно, что-то менее удобно. По поводу Гранта и Галпа еще важно понимать, мне кажется, это вообще по поводу любой технологии, которую вы собираетесь использовать, важно понимать, какие у нее перспективы. То есть вот там все мы уже начинаем потихоньку привыкать к тому, что к продуктам для девелоперов, особенно от Гугла, надо относиться очень осторожно. Потому что ну, Google там посмотрит, скажет, ой, мы ошиблись, мы, значит, извиняемся и идем копать в сторону. И, а ваш первый Angular, значит, поддерживайте сами, если он кому-то нужен. И поэтому всегда, ну там, выбирая какую-то технологию, мы всегда смотрим на там комьюнити разработчиков и то, как развивается проект. У Гранта очень большой комьюнити разработчиков, понятно, он был первым, и значит он был первым, и к нему очень много плагинов, много всего написано, он довольно стабильный, но по поводу развития, вот как вы думаете, из этого слайда, что можно сказать про темпы развития Гранта? Я вот дальше, вот этот блок, latest news, я его увеличил, и вот что мы там видим. То есть, ну, понимаете, да, к чему я веду? И, знаете, я ну, начал гуглить там по поводу версии, ну, типа там, что там пишут, ну, думаю, сейчас напишу, там, Грант, первая версия, и там масса восторгов каких-то. Ну, вот на Хабре я не нашел там анонса про первую версию, а там в каких-то там англоязычных блогах активно обсуждают там, что должно быть, значит, в версии Grant 0.5. Ну, вы видите, да, то есть версия 0.5 не состоялась. При этом я ни в коем случае не хочу сказать, что Грант, значит, какой-то заброшенный, никому не нужный проект. Он просто практически идеален. Это, ну, как бы табличка сарказм. Ну, то есть он, все идеи, которые были в него заложены, в нем реализованы и не с точки зрения разработки. С другой стороны, если вы думаете, что у Галпа все очень хорошо, то его, ну, там не было такой красивой картинки, но там представьте вот примерно такую же картинку, только без вот этих двух записей, да? Ну, то есть просто... Не, там минорные версии, они обновляются постоянно, но новую мажорную версию ждут уже довольно давно.
При этом он там с самого начала довольно, ну они же уже смотрели на все ошибки Гранта сделанные, он довольно чисто разрабатывался, и есть люди, и есть в, ну, как бы в продакшене системы, которые хорошо бегут на прошлой версии Галпа, и все окей. Значит, дальше. По поводу разницы между ними, которая все же есть. Главная разница, самая ощутимая для пользователя сейчас, это разница в идеологии конфиг-файлов. Грантовский типичный конфиг-файл, он выглядит вот таким вот образом. И он, как бы это сказать, декларативный. То есть вот если у Галпа он более императивный, то у Гранта декларативный. То есть вы в резюме, ну как бы, учитывая общее определение, то, как любят что-то называть языком программирования, что-то нет, вот не пишите программист на Грант. Программист на Галп можно, а на Грант не надо. Не, на самом деле и на Галп не надо, но вот разница такая. Итак, что мы здесь видим? Здесь есть вот главный конфиг, в котором, собственно, все конфигурируется. И здесь есть вот эти определенные там типа как задачи. И у каждой из них есть там входящий поток файлов и там название таски и там установление каких-то там зависимостей или дополнительных параметров. То есть и это все описывается вот, вот так вот описательно. У Галпа история немного другая. Он регистрирует, то есть он отталкивается от задач, и в каждой задаче может быть ряд образований. Чуть лучше показано дальше, но здесь можно, на этом слайде можно хорошо увидеть, что у Галпа более такой императивный подход, и он более джаваскриптовый. Галп, он вообще более минималистичный, чем Грант. У него намного меньше возможностей из коробки. У него очень лаконичный API, это там буквально там до десятка методов, 5, по-моему, или 6. И все. А все дополнительные возможности, они делаются с помощью системы плагинов, которые встраиваются вот в процесс обработки, вот в поток, который вот pipe stream, так называемый. И здесь, например, мы там запрашиваем плагин, который конкатенирует, ну, файлы, ну вот, вот на 25 там джаваскриптовых файликов склеивает в один и минифицирует их при этом. Мы его просто в синтаксисе Node.js запрашиваем и даем в качестве аргумента в pipe Galpa. И этих пайпов может быть много. Вот для сравнения еще я попробовал показать, как выглядит вот именно часть конфига, ну, примерно одинаковая задача на разных этих. У Гранта вот так выглядит задача для этого, для вот объединения файлов. То есть SRC задан, откуда, куда, и названа задача, конкат. И он это умеет из коробки. При этом у Галпа это выглядит обычно вот так. Ну, конкатенация, она бы была просто там SRC и pipe concat. Если нам нужно было бы задать там какой-то кастомный сепаратор, как это там было, точка с запятой, чтобы у нас точно между файлами была вставлена точка с запятой, то это сделалось там дополнительным аргументом в функции concat. Значит, большая разница между Галпом и Грантом – это работа с потоками. Дело в том, что в грантовом конфиге все вот эти операции отдельно задается SRC, и это неспроста. Почему? Потому что он работает отдельно, каждая вот эта задача. При этом в Галпе мы можем их выстраивать в цепочку, и что очень важно, что при этом не происходит между ними, не происходит запись на файловую систему. То есть когда они, ну, то есть преобразования эти происходят на лету без записи, что существенно ускоряет работу. Значит,
по поводу, иногда нам, ну, мы не можем, все это делается там в отдельных потоках, и все прелести, значит, асинхронной ноды здесь есть. Значит, что касается зависимостей, и иногда, вот видите, там у меня, честное слово, вот здесь было написано слово «зависимости». Видите, от него даже есть верхняя буковка. Не влезло. Значит, зависимости в гранте указывать в, можно там только с помощью специального плагина. В Gulp это делается очень красивым синтаксисом, где просто вот если у нас есть task один, и нам его, чтобы зависел другой, то мы параметр указываем, и все замечательно работает. Поднимите руки, кого вот это все, что я рассказывал, последние несколько слайдов, немного пригрузило, ну, только честно. Для вас специально, значит, вставочка. Это вот когда я говорил, что я буду рассказывать про 3,5 технологии, вот это половинка. Значит, половинка это называется NPM-скрипты. Значит, NPM это пакетный менеджер для ноды, и у него есть возможность писать скрипты. То есть можно писать NPM run start, а в конфиге NPM указать start это будет что. То есть какие команды мы зададим и тому подобное. Выглядит это примерно вот так, и на презентацию у вас будет ссылка на нее, вы сможете клацнуть по вот этой ссылочке и пойти в статью, где описывается этот подход. Значит, выглядит NPM скрипты, выглядят вот так, ну то есть так выглядит NPM файл, где конфигурируется само приложение, и главное для чего используется NPM, это он используется для того, чтобы dependency указывать и скачивать их удобно. Но вот этот раздел скрипт, да, он позволяет вписывать команды. И если мы напишем NPM run lint, то он запустит вот эту команду. Кстати, линты, я про это не сказал, это тоже очень важная часть современного фронтенда, из-за того, что язык динамический, ну вообще все технологии динамические допускают много всяких вольностей, а качество кода хочется соблюдать, то современные приложения, они не могут обходиться без линтеров. Это программы, которые ваш код, который наверняка работает и без этого, проверяют все равно на то, что он написан в соответствии с лучшими практиками, которые существуют на текущий момент. То есть в правильных местах переменные объявлены, в правильных местах есть точки с запятыми или их нету, правильным образом функции объявлены и так далее. То есть такой контроль качества. Значит, скрипты так, но понятно, что с их помощью можно писать что-то сложнее. Вот я по той ссылке, которая на вот, ой, не в ту сторону мотал. Вот по вот этой ссылке, там статья, где пропагандируется этот подход, мол, забросьте в эти дурацкие гранты, галпы, а давайте писать все на NPM скриптах, мы же все знаем хорошо Bash, и типа умеем пользоваться командной строкой. Это тоже был сарказм. Но вот для людей, у которых с этим нет проблем, такой подход может вполне зайти. И там я скопировал вот из, в конце этой статьи, он как бы подводит итог и выставляет такие синтетические, ну не синтетические, но похожие на реальные требования к билд-системе и выполняет их с помощью NPM скриптов. Это вот требования, то есть ну, все, что нужно, да, там и компилирование на ходу, и значит отдельное сохранение для продакшена, и даже вот там в конце браузера. Вот здесь это мелким шрифтом, я не надеюсь, что вы увидите, ну просто чтобы вы представляли объем кода. Да, тут еще горизонтал есть. Это можно написать. Значит, в чем проблема здесь в таком подходе? Он вроде очень понятный. Это первая проблема, это кроссплатформенность. Там в той статье предлагается, как ее можно решить, но эти решения они не делают короче. Значит, короче, вот эти команды скриптовые. Поддерживаемость, понимаете, вам... Когда вы вот сформулируете там и вобьете это все в эту длинную строчку, а потом нужно там что-то поменять, куда-то переместить, это, в это нужно будет вчитываться, и это будет слабо поддерживаемо.
Опять-таки, зависимости, ну, зависимости можно реализовывать, но это все, то есть мне кажется, что эта скользкая дорожка, она ведет в ваш программисты. То есть это заканчивается тем, что пишутся, значит, shell-скрипты, которые запускаются из этой штуки. Хотя можно, опять-таки, можно там нодовские JavaScript-скрипты писать. Но зачем придумывать велосипед, если есть какие-то уже готовые решения? Я вам советую, если вы даже после этого доклада не очень поймете, зачем это нужно, то есть я вас не убежу, но вам нужно будет что-то автоматически делать, вот обратитесь к этому методу, когда вам его станет не хватать, тогда идите там на GulpGrad. Дальше. Webpack. Собственно, кульминация моего рассказа, хотя времени осталось мало, я сейчас попробую побыстрее. Значит, Webpack — это новая система сборки. Вообще вот ко мне подошли вот на перерыве, и мы чуть-чуть поболтали про системы сборки, и прозвучала очень хорошая формулировка про то, что на самом деле вот Grunt и Gulp — это не системы сборки, это таскранеры, которые используют как системы сборки. А первое, ну не первое, но вот Webpack — это уже система сборки, потому что он умеет больше. Что же он умеет? Кроме того, что уже описано в, ну, кроме того, что я рассказывал о возможностях Галпа и Гранта. Значит, чтобы рассказать про вот эти новые возможности, надо рассказать сначала про новые потребности. Они заключаются в том, что наш код на JavaScript должен быть модульным. Что значит модульным? Значит, ну, то есть у нас сложное приложение, много страничек, используется куча всяких плагинов, и они все от чего-то зависят. Даже там любой там какой-то самый простой data picker, он там зависит от какой-то конкретной версии jQuery. Или там от какой-то конкретной версии underscore, или еще чего-то. Этим всем нужно управлять. Значит, нам нужны в JavaScript нормальные модули, потому что, как мы знаем, что JavaScript просто написанный, он там в потоке общем выполняет, и никакой возможности вот гибко этим управлять, кроме как оборачивать в замыкании функции, у нас нет. Итак, с модулями есть два подхода работать. Это AMD синтаксис, он реализуется в такой библиотеке, которая называется Required.js, и здесь, значит, определяются зависимости и выполняется функция callback. То, что она возвращает сама по себе, это как бы экспортится из модуля наружу. Такой подход, он кому-то нравится, кому-то не нравится, но он считается немного устаревшим, потому что есть более адекватный CommonJS. В CommonJS, это, собственно, нодовский синтаксис, используется функция require, которая запрашивает, и вот все, и используется вот, ну, как бы глобальная файле переменная модуль, с помощью которой можно экспортировать что-то из этого модуля. Больше пользовались там сколько-то лет назад подходом AMD, потому что его вот такой подход можно реализовать в браузерном JavaScript. А такой вот в чистом виде нельзя. Значит, что делает Webpack? Он умеет это собирать. То есть он умеет взять и вот даже такой синтаксис обернуть в специальную функцию, пробросить вот эти зависимости, чтобы они не конфликтовали друг с другом, и на клиенте, чтобы это выполнялось как отдельный модуль. Значит, сразу скажу, что это не только Webpack это умеет, и, по-моему, первая, ну, популярная тула, которая это умела делать, это Browserify был, но Webpack умеет как бы не только это делать. Значит, как выглядит конфиг Webpack? Значит, у него, ну, то есть в плане конфигурации он что-то снова похож больше на Grunt. И здесь очень важная концепция, так называемые entry points. То есть их может быть несколько, это те, как бы, ну, входящие данные. И мы с помощью этого конфига, значит, задаем, куда это все будет выходить, там, сохраняться и так далее. Значит, очень важной расширяемой точкой для расширяемости Webpack являются плагины. Плагины подключаются вот таким вот образом,
И здесь вот, ну, в этом примере подключен один готовый плагин, а один мы типа сделали прямо здесь. Это не очень хорошая практика с точки зрения, ну, best practices кода, определять плагин прямо в объявлении, но вот как есть. Значит, что можно сделать с помощью этого? Значит, мы можем написать вот такой код. Вот так у нас будет написано в нашем файле. То есть у нас будет такая глобальная переменная node-end, ну, которая будет проверяться. При этом Webpack, когда будет собирать, он подставит вот в это место true, потому что мы вот здесь вписали production. Ой, сейчас я не переключил. Потому что вот здесь вписали production для вот этой переменной. Он поймет, что node-env это production, и сразу выполнит вот это сравнение. И вот этот код, он преобразуется вот в этот. При этом, если мы еще и запустим минификацию, то это все преобразуется вообще вот в такой код. И это, ну, полностью убивает какой-то там overhead, связанный с тем, что нам надо вот эта вот разница между там environment и ветвить что-то. Потому что это все очень красиво собирается. Значит, плагинов там еще много всяких, то есть там вплоть до плагинов, которые позволяют, значит, интегрироваться с бавером. Бавер это такой NPM только для клиентских библиотек. Ну, только не в смысле в отличие от NPM, а в смысле он сам по себе только для клиентских. И можно там установить плагин, после установки которого вы просто в коде пишете там require название библиотеки, а оно само будет их брать, значит, из баверовской папки. Или там, ну, в общем, там масса всяких красивых этих возможностей. Загрузчики. Значит, тут тоже я покажу пример кода. Вот так они конфигурируются. Вот так используется. Я не знаю, тут, да, все влазит. То есть вот мы объявили файлик там employer, объявили header, шаблон, и в JavaScript-овом файле мы из-за того, что у нас определен загрузчик, мы просто запрашиваем, значит, файл шаблона и ему передаем данные. И это все скомпилится в итоге в нормальный HTML с уже подставленными данными. И тут у нас нету никакого магии, ну, то есть мы не пишем там handlebar, там обращение к его каким-то функциям, там компиляции функций, потом компиляции шаблона. Это все становится намного прозрачнее. Вот просто потому, что мы написали один раз вот такой конфиг. Значит, очень клевая возможность, ну, как бы это сказать, концепция, да, вот, очень клевая концепция в Webpack, это chunks. Это просто killer feature, это то, что он позволяет конфигурировать, когда вам надо вот не весь собранный JavaScript в один файл, а когда вам для разных участков приложения надо разный состав JavaScript. И Webpack позволяет этим управлять, то есть, насколько я знаю, там в Инстаграме, да, Facebook пользуется веб-паком, в Инстаграме там, кажется, два чанка используются для ленты и для, я про веб-версию сейчас говорю, и для просмотра отдельной фотографии. И если мы сразу перешли по ссылке, открыли фотографию, тот же, который нужен для ленты, он не грузится. И наоборот. Там для Facebook, который намного более разухабистый, и там надо ходить по всем этим, там используется там что-то порядка 30 чанков. Очень классная возможность. Значит, кроме этого, есть еще dev-сервер. Значит, он берет, собирает это все, поднимает маленький localhost и, что очень важно, передает браузеру, браузеру не на файл, где собраны эти файлики, а он эти собранные чанки держит в оперативной памяти. Поэтому, то есть, если мы по скорости говорили, что в Grant собирает сохраняет на диск,
там галп делает в конце там, цепочки преобразования и сохранения на диск, то Webpack вообще держит все в оперативной памяти и сразу значит, это транслирует в браузер. И инициирует, если что-то изменилось, он пересобрал и инициирует перезагрузку. Hot module replacement — это вообще какая-то, это было написать на магия, он позволяет прямо на лету подхватывать там вновь созданные модули, которые даже были не обновлены, и в браузере их подменять на лету, даже не перезагружая странички. Так что вы даже, если у вас single page application, у вас даже state не теряется. И у Webpack, значит, очень клевые инструменты аналитики, которые позволяют мониторить процесс билда вашего приложения, где что, сколько времени съедает. Значит, у Webpack есть и проблемы. Значит, проблема главная его в том, что он очень умный, но еще довольно молодой. И у него бывают проблемы, когда, ну, то есть народ, у кого очень большие проекты, жалуются, что там он иногда очень, ну, непрогнозируемое время там на старт идет. То есть он там иногда 10 секунд там что-то собирает, иногда 43. И непонятно, и эти баги открыты, многие из них висят. Но опять-таки из-за того, что есть hot reload и все такое, это влияет только на время первого старта. Вы watcher написали, запустили, ну подождали минутку. Все, до конца дня можете не выключать, все будет активно перегружаться. Это вот все, что я хотел вам рассказать. Теперь, если у нас осталось время, потому что я перебрал, я готов ответить на вопросы ваши. Юра, спасибо за доклад. Очень круто. У меня есть два вопроса, они связаны. Я использую Gulp, и постоянно, когда запускается новый проект, у нас же скачивается папочка NodeModules, которая весит в раз 20, чем сам проект. Да. Можно ли так сделать, чтобы вот эти все модули установить у себя на компьютере, и для каждого проекта не нужно было скачивать вот эту вот всю папку? Во-первых, а зачем? Ну, получается, когда… То есть проблема, не просто проблема в том, что не хватает места на диске? Не, ну не в этом проблема. Просто для каждого проекта, если проектов много, то для каждого проекта нужно скачивать эту папку. А если проекты сложные, то этих плагинов довольно много, и оно просто как бы неудобно отчасти, ну, в плане удобства. Я отвечу на этот вопрос. Вообще короткий ответ, конечно, да. Ну, как бы в NPM можно, если устанавливать эти с ключиком -G, то они устанавливаются глобально и проблем нет. Но на самом первом слайде было написано, что там еще было написано внизу Hillel IT School, я преподаю. Поэтому я как бы не коротко отвечу на этот вопрос, а попытаюсь как лечить в этом плане. Скорее всего, если количество того, что у вас хранится в NodeModules, ну, установленных зависимостей, вас напрягает, значит, что-то вы делаете не так. Почему? Потому что в нормальном проекте разработчик должен не знать, что находится у него в NodeModules. Ну, в смысле, не должен помнить. Почему? Потому что, ну, даже если там много модулей, ну сколько занимают эти текстовые файлики? Они занимают меньше, чем, скорее всего, картинки в вашем же проекте. Это проблема. Ну, как бы у вас есть пакет JSON, где заданы конкретные версии конкретных этих. И они точно устанавливаются локально. Это как бы круто в NPM, что он не глобально это устанавливает, а что он локально. И тогда вы же их не храните, я надеюсь, в системе контроля версий. Потому что, ну, тут же главная идея. И тогда у вас на этом гарантированно будет такая же среда, потому что NPM тот же у вас стоит на сервере, и он скачает эти же зависимости. Проблема, ну, там их объема большого, но тут опять-таки, тут вот все знают про этот NPM Gate, значит, большой скандал про то, как удалили модуль на 8 строчек и поломалась половина интернета. Ну, как бы не тащите модули на 8 строчек. Тогда у вас будет меньше зависимости. С другой стороны, NPM уже, ну, как бы столкнулись с этой проблемой, они приняли решение, которое, ну, как бы предотвратит подобные происшествия в будущем. Поэтому я не убедил, что не надо много модулей. Ну, я понял, спасибо. Точнее, и второй момент, в Webpack там такая же самая система, да, когда плагины тоже устанавливаются локально, потому что с Webpack не работает. Да, конечно. Такая же самая система. Да. Ну, это не все плагины и в Grunt, и в Gulp, и в Webpack, они устанавливаются из того же NPM. Спасибо. Здрасте. Спасибо за доклад. Очень информативно. У меня есть несколько добавок к докладу. Не сказано про инвалидацию, например, то, что там очень интересная штука, и ее, по крайней мере, про нативными средствами. Еще про кэш в смысле? Или про нет, про инвалидация кэша. Она там есть нативно реализованная. Ну, это как кто, есть какой-то известный мем про то, что есть
там две проблемы в программировании, которые будут, не будут решены вечно. Там, я не помню, как там. И тем не менее, в веб-паке она практически реализована. Не, решена. Она, да, я просто к тому, что инвалидация кэша это правда проблема, и она вот, эти системы сборки, они по возрастанию. То есть в гранте хуже всего, в галпе чуть лучше, в галпе практически решена проблема кеширования. В веб-паке вообще замечательно, потому что там еще вот эти чанки, что у нас, ну, наш билд, он разбивается на кусочки. Еще один момент хотелось бы добавить. Да, я согласен с этим замечанием. Да. И еще один момент. Было сказано про AMD-систему подгрузки в require, например. Да. Но упущен про также. ECMAScript 6. Да, я хотел... Да, про нет, это? Не совсем то. Нет, ну ладно. Хотелось бы добавить, что в веб-паке есть lazy load, тоже относительно нативный. И мы можем прямо бандлами подключить сразу на ходу какие-то файлики. Еще одна добавочка. То, что отличает веб-пак от всех остальных, это то, что веб-пак все-таки он рантаймовский. Если все остальные работают только на уровне билда, то веб-пак работает еще и в рантайме. И, собственно, заботится о подгрузке этих всех вот вещей. А теперь вопросы. Вопрос номер первый по поводу спрайтов. Я, честно говоря, я скажу, да, он работает в рантайме, но я не слышал о том, чтобы кто-то в продакшене его использовал прямо в рантайме. Чтобы он на лету, значит, собирал... Нет, не о том речь. Имеется в виду, что он подключается, свои скрипты инжектит вам в билды и, собственно, заботится о том, чтобы эти модули, когда вы их запрашиваете в lazy mode, собственно, грузились. Да, да. Ну, не, я об этом частично говорил, про dev-сервер, когда говорил веб-пака. И все-таки это чуть другое. Dev-сервер — это когда вы разрабатываете. Да. Имеется в виду lazy mode, когда уже оно на продакшене, оно уже заминифицировано, и он умеет подгружать прямо полностью бандлы, какой-то набор файликов в lazy режиме. В момент, когда он необходим, он подтягивает. Да, да. Тоже да. Очень важная, интересная штучка. Я согласен. Это, ну, то есть у него есть вот своя часть, то есть он там не просто там по-умному оборачивает, значит, эти модули в функции, он там, у него еще есть часть его кода, которая делает… Да. И теперь у меня три вопроса. Первый по поводу оптимизации и по поводу спрайтов. То есть да, с одной стороны меньше коннекта, всего остального, но с другой стороны HTTP 2 как бы надвигается. Да, мне спрайты, ну это как бы не та штука, за которой будущее, это 100%. Но по-прежнему иногда нужно. И в счастливом будущем спрайтов не будет, но сейчас пока есть. Да, согласен. Следующий момент. По поводу оптимизации, например, файликов, там, картинок и всего остального. И в том числе минификации JS-файлов, CSS и всего остального. Это все классно, но есть такое мнение, например, что если работает zip, то смысла в минификации особо нет. Если вы, конечно, не хотите там скрыть свой код. Да. То есть ну, желательно, если вы контролируете бэкэнд, желательно, чтобы gzip был включен. Но он не всегда включен. И иногда, ну, особенно вот у нас по работе часто бывает такое, что ну, заказчик выставляет требования, вот как раз чтобы код был обфустирован максимально и значит, ну, вот не, максимально усложнить значит, всякий реверс-инжиниринг кода. Поэтому это приходит. Все, спасибо. Спасибо. Это я готов просто досрочно практически назначить победителя за вопрос. Ну, давайте, да, дослушаем. Вот, выходит вторая версия веб-пака, сейчас 2.1, там была бета, и что там вкусненького будет, кроме того, что если неиспользуемые модули будут удаляться, и плюс оптимизация, что там еще будет интересно? Ну, они обещают, ну, вот это основное, и они обещают полечить очень сильно стабильность и всякие такие штуки. Есть что добавить? Ну, я просто думаю, если мы про новые начнем говорить, то это очень долго времени займет, много времени. Спасибо за доклад, очень исчерпывающе. А там есть один слайд, который мне немного непонятен. Можете начало веб-пака перекрутить? Вот. JSON Stringify здесь что делает? Он создает этот строку из этого. Ну, можно конструктор string. Конструктор string можно использовать. Можно. Дело в том, что это пример взят из. Дело в том, что здесь JSON Stringify, потому что там туда можно засунуть что-то более сложное. Как бы редко нам надо задать какую-то одну переменную. И если ну, как бы нам надо какой-то конфиг, где еще что-то там динамически высчитывается, то это ну, явно не просто string.